короче, ходила рядом. Потом смотрю, а вот какой цвет. Прихватила и улетела на 60 метров. Сейчас опять пришла ко мне. Видно, что что-то там. То есть след какой-то был. Быстро-быстро забегала, вот опять круги делает. Вот. Ага, вокруг так вправо пошла от меня. Что-то прихватывает, но не хватает пока у него мастерства, чтобы распутать это дело. И начинает просто летать. Так, сейчас пока 40 метров от меня. Ее не видно. Так, она с правой стороны. Вот. Что-то на кругах. Заходит. Так, 80 уже метров улетела справа. Направо. Что-то прихватил. Я видел, как она это шла. Круги наматывала. Теперь уже назад заходит. На круг. Ага. Сзади обходит. Вот уже 32 метра. Сейчас он оттуда должен выйти. Да, вон она. Вот. Вот она идет. Так они, ага. Не хватает у нее мастерства. Понять, что такое. Ну, уже какой-то прогресс. Но только когда одна ходит. Когда с кобелем вообще не ходит. Отойдет и все. Сейчас он круги наматывает. Все ночью влево, вправо от меня. Такая остановилась. Слушает. Слушает пока. И он там услышал. Вот назад теперь пошла на круг. Назад заходит. Правильно, такой беличий поиск пока у них. Но такой короткий. А вот идет